по межрайбазе работы по прокладке, подземной прокладке водопровода выполнены. Сейчас ведутся работы по открытой прокладке участков трубопроводов водоканалом. Рассчитываем, что в ближайшее время участок квартирных домов на межрайбазе будет подключен к водоснабжению, централизованному водоснабжению от сетей, от городских сетей. Ранее там была частная ведомственная скважина, которая на сегодня уже фактически прекратила свою работу в связи с тем, что заилилась, ее затянуло. И даже если бы было принято решение, хотя это частная собственность, решение восстановить эту скважину, водоносный слой, в который она пробурена, это порядка 50 метров, что не соответствует требованиям по качеству водоснабжения. Исходя из этого было принято решение не бурить новую скважину на глубину водонесущего слоя 120-130 метров, а построить новую линию.